Что, ребята, здесь мы сделаем выбор на север либо на юг. Мы правильно, да? Мы на поезде гоняем снова, продолжаем ее. Если поедем на север, там через Хабаровск, через юг маршрута, там будет много красных, как ранее мы и описывали. Мы поедем южным маршрутом, то придется прорваться через позиции Красной Армии. Однако на этой дороге мы быстрее прибудем в Владивосток, потому что у нас 120 часов, как я помню, идет 5 дней. Именно сам движ. Но до Владивостока надо успеть. Если не успеем, все, до свидания. Но поэтому через красных это самый быстрый доступ. То есть и мы по прямой там просто погоним и все. Поэтому у нас сейчас выбор. Либо мы будем сражаться постоянно, да? Вот, и нас ждают такие малые войны. Но так как у нас, знаете, я хотел бы, конечно, по северу пойти. С белыми. Вот. Но у нас, так как поезд медленный, лучше, конечно, по южному маршруту. Но мы сможем потом, если вы захотите, можем по северному маршруту пройти после. После. И это, я думаю, было бы интереснее. Поэтому поедем, наверное, через красных на юг. Ну, просто у нас буксировщик не сможет вытянуть такую скорость по маршруту по северному. Если мы были бы на дедуле, я думаю, да, это самое то было бы. Но у нас дедуля нет, у нас буксировщик. Поэтому двигаем дальше просто и все. Что там холодно, тем более еще будет. Ну, не страшно холод, страшнее больше то, что не успеем. Давайте на юг. Да, значит, решено. Ваш советник тяжело сглатывает. Он передвигается ближе и тихо произносит следующие слова. Это сложное решение, пан майор. Спасибо. Угу. Так, все. У нас получается Хайлар, Харбины и Владивосток. Вот. А если мы сверху бы... Бочкаревка, Хабаровск. Вот. Поэтому двигаем. Двигаем. Вот у нас здесь что-то разграбить можно. Дерево. Сколько у нас там? Угу. Ну, прилично. Так. Еще так, торговец. Еда. С едой у нас нет проблем. Так. Поторговать. Охота. Опять торговать. Так. Здесь торговцы. Понятно. То есть получается... А, Забайкальск. Вот, ребята. Кто-то, может быть, рядом живет. В Забайкальске. Грибан Хага. Какой-то. Хайлар. Вот он, Хайлар. Ага, здесь сражение. Мажецкий аэродром. А, я понял. Я понял, ребят. Короче, оно на две части разорвано. Вот здесь. И потом еще будет одно. Угу. Вон оно как работает. Понял. Понял. Тогда двигаем. Здесь быстро. Давай, разворачивайся. Угу. Вот и развороты. Здесь был. Так, и... Поперли. Так, сюда мне нужны. Так, а что здесь у нас? О, мины, может. Возьми мины на зимке. Так, ой, все равно холодно, да? Минус один. Ребятам все равно предоставляешь что-то, они... Холодновато. Холодновато для них. А здесь у нас дерево. Дерево нам не нужно. У нас сейчас на данный момент металла. Вопрос металла. Все, двигаем. Отлично. Осмотреть по-бырому. Так.
Посмотрим топливо. Ну, топливо взяли. Но это мало. Что нам нужно такое? Двигаем. Так, охотничьи угодья мы пропускаем. Так, вот полоска, да? Так, ну мы опережаем. Нам вот это не надо. Там травы, фигавы, все. Все это уже не нужно. Так, что здесь? Остановочка какая? Торговец. Поторговаться можно, да? Так. А что мы можем сбросить-то? Метовочку одну. Пулемет. Патронов 200, да? И поедем дальше. Капец, у нас 140 тысяч. Потихонечку тянет, тянет потихонечку. Так, сюда вот. Угу, вот он здесь. Отправим. Что-то может там торговать, может металл или что-нибудь такое. Угу. А здесь разграбили все, да? Прекрасно. Прям радостно. Ждем. Здесь может оружие что-то. Зима пришла. Мог бы подумать. Дом перекрыт. Ой, дорога. Остановить. Давайте 2 минуты. Так, у нас сейчас ночь. Хорошо. Человечек у нас, если что, самолет сможет сбить. Жажда мести, солдат Камила, ага. О, древесину достал и гранату. Нифига он. Молодец. Молодец. Где он? Так. Ну, так легче. Что у них там? У него...
20 к максимальному боевому духу. Один к воле. Травмы медицинские. То есть... Вылечить тебя надо? Угнетенность, сломленность. Угу, день как раз наступил. Хотя пусть. Ну-ка. Хотя нет, такое не надо. Можно такую. Такую скинуть. Угу. Ну так. Составлением. Так, и двигаемся в Забайкальск. Угу. Угу, можно тряпки. Да, класс, солдат прерывает приступ сильного кашля. Он быстро приходит на страшное зрелище. Конвульсии, отчаяние, попытки втянуть в грудь воздух, царапающие пол ногтем. Когда солдат наконец поднимает голову, замечает, что на руках у него остались капли крови, а в глазах щиплет ужас. Вы оба знаете, что это значит. Тяжелая болезнь добавлена. Хроническая болезнь. С нормантикой Артурой. Туберкулез, он также чахотка, неизлечимая заразная смертоносная болезнь. Все новобранцы приходят осмотр, и чахоточная полагается немедленно увольняться со службы. Пан майор, пожалуйста, я могу помочь. Я могу сражаться, я могу делать что угодно. Я хочу домой, не бросайте меня здесь. Не оставляйте в этой проклятой дыре. Я хочу повидать семью. В этой мольбе сквозит отчаяние, его... Можно понять, никто не хочет медленно умирать в враждебной чужой стране. Но что Магдалена остается, то поезд станет рассадником заразы. В худшем случае, все в эшелоне подходят к инфекции и умрут через несколько лет. Да. Прости, жизнью всех я рисковать не могу. Оставайся. Вы пытаетесь оправдать собственное решение. В пути вам понадобится каждая пара умелых рук, но грудь все равно сдавливает понимание, что вы из жалости к одному подвергли риск многих.
Впрочем, и других выборов было отвратительными. Кто знает, что окажется меньшим злом. Вызовите врача, чтобы обсудить профилактические меры. Магдалина получает подробнейшие инструкции. Само собой, все получившееся будет храниться в глубокой тайне. За суматоху вы совсем забываете про доклад. Но чуть позже Магдалина присылает вам список находок. Он довольно длинный. Аптечка, деньги. Да и... Понятно. Так. Все, ждем. Ее на больничку. Будем сейчас что-то делать с ней. Пусть выздоравливает, моя хорошая. Она очень многое перешла. Ее надо, да, лечить. Так, а что у нее получается? Тяжелая болезнь. Мы своих не бросаем. Мы своих не бросим. Так. Давайте ее салатный. Овощной бахнем ей. Так, здесь ребята вот лежат по 4 часа, да? Выставлены. Смотрите, сколько она прошла. Она просто умница. Магдалину можно назвать самым счастливым и радостным человеком в поезде. Над ее байками трудно не рассмеяться, даже если она в это время штопает твои раны. Она поднимает настроение одним своим видом, но некоторые раздражают ее неизменный оптимизм. Она редко умолкает и превращает в шутку любую попытку выведать ее прошлое. Бытуют слухи, что когда-то она потеряла многих близких людей, но никто не сможет утверждать этого наверняка. Угу. Так вот, ребята. Вот тебе, да. Угу. Так, ты давай, наверное, вылезай. У нас такой опасности нет. Не дай бог, ты еще заболеешь. Нафиг надо. Поэтому двигаем вперед. Что у нас здесь? Даже не знал, что так получится вообще. Боль прошла у малышки. Давай, давай, давай. 23 часа. Угу. Ну чё? Чё здесь? Панмер, дозорные заметили впереди препятствия. Похоже, рельсы упало дерево. Давай, вперед. Так, решить. Забайкальск двигаем. Блин. Как так вообще? Малышка заболела. Надо лечить. А для всех как... Блин, здесь сестры и братья. Пан мэр, препятствие было заминировано. Угу. Дерево и гранаты. Ну как обычно. Я даже не удивлен. Так. Ну мы почти 1/3 проехали. Одну третью мы согнали. Так, хулуни можно подторговаться. Да. Угу. Так, заехали. Что здесь у нас? Ничего особого, да? Можем... Ткани выкидывать.
Где-то еще. Угу. Так. Материя есть у нас. Вот этих пару гранат, да? Угу. Пару лекарств. Один. Так, это у нас пятерочка. Ну, так хотя бы. Я бы вагон лучше купил бы. Лучше бы вагон купил бы. Так, поторговаться. Смогут. Так, что у нас здесь? Ребята отдыхают. Далеко, далеко, ребят. Очень далеко, не стоит туда гонять. Ну, будет то же самое. Молчары. Так. А кто у нас? А, вот этот у нас. Это травничество. Ну-ка. Кто? Кто дает такую грабителя? Нет. Угу. Нет травничества. Молодой пацаненок. Угу. Понял. Вот этот. Прекрасно. Отправить. Пусть посмотрит, что там. Говорят, какая-то снежинка уникальна, но она же... Они же все ледяные. Ну, конечно. А ты думал, это вода же? Ля какой-то. Да, все разбито. Все разграблено, видите как? Все красное расфигачили. Уроды. Двигаем. Айлар. По игре это уродство, да? А там вообще ледяные просторы. Вот где, если мы там где-то наверху пошли бы, другая территория. Можно будет потом посмотреть, как же была там расположена дорога и как она двигается. Минус 4, офигеть. Что у нас там по... А, не в ночную. Угу. А то у нее ХП уменьшается. О, мы сами с деревни. Ага, чистое небо. Депеша, помеченная крупной надписью «Важно», сделанная почерком Лангера. На этот раз он использовал красные чернила. Похоже, он нацарапал послание...
наспех и при этом очень сердился. Раньше он передавал такие новости лично, но после предательства белых почти перестал общаться с другими людьми. Послания не слишком длинные, так как ситуация проста. Неподалеку есть аэродром, и аэропланы на нем могут помочь или помешать во время шторма Владивостока. Его нужно захватить как можно скорее, чтобы красные не успели взорвать бочки с горючим, а затем удерживать, пока их не закончится подкрепление. Угу. На аэродроме также есть летчик Ас Лангер, упоминая, что его смерть пойдет нам на пользу. Формулировка неприятная, царапает своей прямотой. Но вы все равно отмечаете аэродром у себя в планшете. Помощь с небес. Захватить аэродром, чтобы предотвратить его удар по Владивостоку. То есть это не обязательное, да, задание, но как бы лучше всего сделать, да? Ну, побочка. Угу, я понял. Так, что на станции вообще? Кстати, врач. Местный врач предложил смотреть ваших больных. Угу. Тяжело болеть. Вылечить. Врач помог вашим больным, с остальными лечением не нуждается. Все, умничка, ты моя хорошая, все. Все хорошо, все прекрасно будет. Не волнуйся. Так, это сюда. Ну, да. Мы можем стимулятор купить. А что там еще? Аптеки? Аптеки хватает. Аптек у нас хватает. Так что двигаемся. Все. Никого не надо лечить. Двигаем аэродром. Там посмотрим, что в нем. Так, еще дерево здесь есть. Нам побольше металла надо. Металла однозначно. Минус 4. Блин, еще ночь. Так рано, да? Вообще так рано все это. Так. Начать операцию. Выбрать надо отряд. Создадим, как всегда. Так, драп. Жича. Наша девочка. Ушек. Угу. 5 снайперов. 5 снайперов, да? А у тебя нету... А, вот, активная есть. Ага. Маскировка. Вот это мы берем. Поставим зону смерти. Угу. Пусть так. Так. Умничка. Угу. Выбирал его тоже. Давай, наверное, Братоломей, ты будешь гренадером. Так, Кура. С пулеметами. Прикрытие. Так, да. Два, в принципе, пулеметчика самое то. Только найти хорошо пулеметчика надо. Алоэ. Так, надо, короче, посмотреть еще по навыкам. Не холодно, не горячо. Ну, вот это нормально. Гораздо быстрее перезаряжать оружие. Ну, вот это нормально, да. Угу. Кстати, ему заменить вот это вот, наверное... Очень много патронов. Контроль отдачи сделать ему. Ну все. Снайпера. Два медика. И три человека, которые защищают медиков. Все отлично. Так, не забыть расчет, да? Артиллерийский. Сейчас ночь. Поэтому поставим в ночь. Франтишка. Угу. Так.
избыток. Нормально все. Не парься пока. Во, тепло. И ткани дали. И дров дали. Все. Наши ребята не замерзнут. Управление на задание. Минус. Минус 4. Ну, точнее, не 4, но там какое-то количество. Чистое небо. Аэродром трудно не заметить. Он занимает обширную территорию. Вокруг него много оборонительных позиций. А в центре стоит вышка. Из-за холода на улице не так много солдат. Но они наверняка готовы выбежать в любой момент. На этот раз ваши бойцы не останавливаются, чтобы перевести дух перед атакой. Движение – это единственный способ согреться. Но торопливость вполне может повлечь за собой поспешное отступление. Так, боевой дух поднят. Захват аэродрома – шаг отчаянный, но необходимый. Красные, ни на секунду не задумай, чтобы применить против нас новомодное оружие. Нужно захватить штабное оружие, красные наверняка выставили мощную захрану. Хотя слухи, что этот аэродром используют в качестве базы новым друзьям легионера. Как думаете, может... Ух ты, там самолет какой здоровый. А? Ваш, само же Так, как всегда. Так, здесь дорога непонятная. Так, двигаемся. Почувам. Идем на позицию. Ано, пане. Здравим, легионар. Приветствуем, друзья. Мы пришли к вам на подмогу. Вы командуете, мы делаем. Идет нам сегодня. Почувам, разумеем. Так, а там трое, да? Угу. А, это белые. Нет, солдат региона. Так, ну здесь понятно, ребята будут. Здесь у нас ребята будут. Ну здесь я вижу... А, нет, конец карты. Да, это конец карты. Угу. Так, посмотрим здесь. Опа. Пане, транспортный. Разумею. Пойдем сгоняем. Приправенный. Идем на позицию. Послухам. Уж ду. Подивам се, что там есть. Розказу. Снад то будет стать за то. Ано, пане. Подívám se. Ano. Vidím. Podívám se, co tam je. Postarám se o to, pane. Samozřejmě. Tak, хорошо. Jdu do krytu. Vidím nepřátele. Připravený. Предо мной саня. Что-то услышал. Приправ. Глядам крит. Позремся. Пресне так, пане. Поверим позицию. Ано. О, вот они. Позремся. Прилично. Поверим позицию. Здесь ребята на пушках.
Áno, overím pozíciu. Kryjem sa. Подъедут. Ано. Маш то спочитать. Ваши рассказы, пане? Идем на позиции. Ну-ка, давай-давай. Бочонком. Послухам, пане. Мнением позиции. Už tu. Hledám kryt. Vaše rozkazy. To nemůžu, pane. Ano, ano. Našla jsem klíč. Мы нашли ключ. Měním pozici. Броневика. Так, один. Jakoby se stalo. Ano. Podívám se, co tam je. Postarám se o to, pane. Těžká zbraň. Do krytu. Rozumím. Podívám se. Vidím, ano. Nepřítele. Prověřím pozici. Dám kryt. Podívám se, jako by se stalo. Nepřítel, ano. Rozumím. Prověřím pozici. Přesně tak. Podívám se, pane. Vidím nepřítele. Když myslíte. Rozumím. Tak to zabrý. Podívám se. Jsem na cestě. Povídejte. Podívám se. Jasná věc. Prozkoumám to. Ano. Podívám se. Připravena. Hledám kryt. Rozumím. Já mu ukážu. Zemna.
cestě. Rozumím. Nože ven. Ano, pane. Zaujímám pozici. Tak, ok. Rozkazy. Pane, rozkoumám to. Čas shledám kryt. Už to je to bylo. Podívám se. Nepřítel! Rozumím. Já mu ukážu. Už to. А что он там долбит? А, он делает слежку. Угу. Ты должен смотреть туда и туда. А туда вдвойне смотреть. Я пока хожу туда. Делаю то. Делаю все. А ты там. Свой куришь сигарету. Балбесина. Видишь, как надо? Я вот тяпкой тяп-тяп. Ты тоже так же должен тяп-тяп. Он такой, я не хочу. Я покурю. Видал, что я умею? А ты не умеешь так. Здесь нечего делать. Так что, пошел отсюда. Я еще вернусь. I'll be back. Что, не ждал меня? Я! Что крито? Что крито? Что? Что он там делает? В жадном případе. Ноже вен. Непřítel! Глядям крит. Что-то говорят про жадность. Ано, пане. Ано, пане. Не понял, конечно, что. Но что-то про жадность. Разумим. Ано, уж ду. Так, ладно, сюда. Подивам се. Яко би се стало. А вот и наш ано. Подивам самолет. Се, что там є. Видим непřítele. Угу. Як поручите, пане? И вот и точка еще. Подивам се. Непřítel. Понятно. Ваши розкази зауємам позиції. Двигаем. Самозрейме. Двигаем, двигаем, однозначно. Для рассказу. Ваши рассказы, пане? Послухам, пане. Але, что то є? Tohle by ho mělo odlákat. Navěrno. Prividěl-os. Připravena. Jsem na cestě. Já mu ukážu. Vidím nepřítele. Ano, pane. Podívám se, co tam je. Jak poroučíte, podívám se, pane. A to vidím nemůžu, nepřítele. Pane. Upravuju míři. Zaujímám pozici. Čiže to kážete, nada... Přesouvám se. Nie, to je slyším blízko. Rozumím. Ano, už jdu. Vidím nepřítele. Jsem na cestě. Tak. Ano, pane. Dajte sюда. Nepřítel. Vaše rozkazy, pane. Ano, pane.
Мы проедем там на машинах. Капец. Вот это вот подос, да? Чуть они не спалились, наши ребята. Подивам се. Видим непсителя, как поручите. Подивам се, что там есть. Непсител! Где? Проскоумам то. Podívám se. Rozumím. Tohle by ho mělo odlákat. Co? Okamžik. Je zde kdo-nibuď? Vidím ho. Nět. Dle rozkazu. Nebude to čekat, pane. Samozřejmě. Podívám se, co tam je. Kde je ta stranice? Hele, co to je? Кажется, я что-то видел. Som tu. Overím pozíciu. Poslouchám, pane. Tohle by ho mělo odlákat. Já bych pak liása, ta čvrstí. Hele, co to je? Už jdu. Tohle by ho mělo odlákat. Stranno. Kdo zde? Nebude to čekat, pane. Zaujímám pozici. Samozřejmě. Hele, co to je? Já думал, я что-нибудь услышал. Командир вообще не отвлекается. Тоня бы его мело отлакат. Странно. Что? Уж что? Нет. Přesně tak, pane. Je zde kdo-nibuď? Overím pozici. Povídejte. Jako by se stalo. Podívám se. Nepřítel! Stojí zde. Pane, podívám se, co tam je. Vidím nepřítele. Jak poroučíte, podívám pane. Se. Poslouchá, ano, pane. Hezky opatrně. Samozřejmě. Majer minus.
rozumím. To nejde. Už jdu. Kdo zjistí? Dle rozkazu. Rozumím. Ano, pane. Dle rozkazu. Vidím ho. Nět. Samozřejmě. Zaujímám pozici. Tohle by ho mělo odlákat. Kdo zjez? Už tu. Už takže nadá vytěnout. Hele, co to je? Tohle by ho mělo odlákat. Navěrno. Prividěl jsi. Nebude to čekat, pane. Vidím ho jet. Podívám se. Vidím nepřítele. Pane. Nepřítel. Vaše rozk... Už jdu. Připraven. Připravenější už nebudu. Pane, podívám se. Ano, už jdu. Jsem na cestě. Pojďme, vyšku zachvátím. Hledám kryt. Ano, už jdu. Nepřítele! Hledám kryt. Jdu do krytu. Podívám se, jako by se stalo. Ano. Mám ho na mušce. Povídejte. Nepřítel! Ano, zaujímám pozici. Ano, už jdu. Podívám se, co tam je. Těžká zbraň, pozor! Připraven? Mm-hmm. Ano. Přede mnou se neschová. Pakažis. Poslouch! Schovám se. Hledám kryt. Rozkoumám to. To je lepší možnost. Ano. Už jdu. Ano, pane. Jdu do krytu. Zaujímám pozici. Hledám kryt. Kdo zde? Jdu do krytu. To je lepší možnost. Ano. Nechci tam jít. Prosím, svobodně. Zaujímám pozici. Postarám se o to. Jsem na cestě. Vidím nepřítele. Podívám se. Jako by se stalo. Ano. Podívám se, co tam je. Jsem tu. Presouvám se.
Připravenější už nebudu. Dívám se. Vaše rozkazy. Overím pozíciu. Vidím nepriateľa. Upravuju mířidla. Vaše rozkazy. Připravena. Přesouvám se. Čas se přesunout. Rozumím. Vrak. Ano. Predo mnou sa neschováš. Som tu. Čas sa presunúť. Pripravený. Pripravený! Podľa rozkazu! Podľa rozkazu. Počúvam. Zde si nikavo. Pozriem sa. Jasná vec. Overím pozíciu. Presne tak, pane. Nepriateľ. Tak, kde si, ребята? Vaše rozkazy. Hľadám kryt. Ano, už jdu. Hledám kryt. Já mu ukážu. Zaujímám pozici. Už jdu. Tak, vpřed. Váš samozřejmě. Rozumím. Vaše rozkazy. Áno. Skryjem sa. Кто здесь? Покажись. Странно. Аж пресовываемся. Ано, пане. Почувам. Poslouchám, ano, pane. Hmm.
vaše rozkazy. Hlavně potě. Vaše rozkazy, pane? Už tu. Dle rozkazu. Pozriem sa. Vidím nepriateľa. Presne tak, pane. Overím pozíciu. Nepriateľ. Poslouchám, pane. Hele, co to je? Co je to bylo? Tohle by ho mělo odlákat. Kto zděs? Pakažís? Hele, co to je? Co je to bylo? Давай. Не выеживайся. Tohle by ho mělo odlákat. Hezky, opatrně. Хорошо. Připraven? Zaujímám pozici. Ano. Už idem. Připravený. Presúvam sa. Ano, pane. Nepriateľ! Vaše rozkazy, nebude pane? Nebude to čekat, pane. Rozumím. Poslouchám, pane. Ano, pane. Podívám se, co tam je. Ano, šlo. Už tu. Все, ждем, чтоб поближе подошел. По слухам. Оно. Само зрей мне. Přede mnou se neschováš, hochu. Mám ho na mušce. Máš to spočítaný. Zde. Přede mnou se neschováš. No. Už jdu. Jdu na pozici. Oni ještě pošli. Kudáte, ну-ка. Тогда. Ano. Overím pozíciu. Vidím nepriateľa. Poslouchám, pane. Jdi, dovej. В одной точке здесь собери. Ну, что там упало? Странно. Не знаю. Что-то упало. Ваши рассказы, пане? Постараемся о том. Послухам. Розумим. Podívám se, vidím nepřítele. Tuka, zadění. Nebo lepší podaždět. Připraven. Ano, postarám se o to. Připrav samozřejmě. Rozumím.
samozřejmě. Штаб мы захватили, но сильно легче от этого не стало. Красная обрушит на нас свои мощи. Нужно захватить их запасы топлива. Без горючки аэропланы не смогут залететь. И нам топливо хоть и пригодится. Красные знают, что нам нужно это топливо. Так что они скорее взорвут его, нежели отдадут в руки. Поторопимся. Постойте, это разве не знаменитый красноармейский летчик? Как бишь его, Иван Владимир, неважно, гроза небес. Если сможешь его убить, ее серьезно подорвет боевой дух красных. Вот так вот, да, ребяш? Почувам, разумеем. Не пролив ни капли. Разумеем. Už tu. Podívám se, co samozřejmě. Tam je. Přítele. Snad to bude stát za to. Ano, pane. Samozřejmě. Podívám se. Postarám se o to, pane. Podívám se, co tam je. Pane, podívám se. Jako by se stalo. Podívám se, co tam je. Nepřítel. Postarám se o to, pane. Podívám se. Jako by se stalo. Podívám se, co tam je. Ano. Vidím nepřítele. Podívám se. Ano, pane. Už tu, samozřejmě. Rozumím. Dle rozkazu, ano, pane. Dle rozkazu. Podívám se, co tam ano, je. Ano, pane. Rozumím. Měním pozici. Podívám se, co tam je. Dle rozkazu. Dle rozkazu. Tak. Берем. Самозрение. Самозрение. Разумим. Разумим. Видим непрятеля. Хледам крит. Разумим. Presúvam sa. Rozumiem. Sonda. Áno, zaujímam pozíciu. I s topľovom. Kde si, ребята наши? Hele, co to je?
Что это было? Было, но прошло. О-о-о. Давай. Эле, что это? Ну, сюда иди. Не буду то чекать, пане. Самозрейме. Эски, опатрне. Видим непрител, разумим. Разумим. Уж ту. Podívám se, nepřítel. O, díš. Elitní komandír. Tak, grenadér. Poslouchat dle rozkazu. Poslouch, samozřejmě. Tak, dvíním se, da? Rozumím. Ano, pane. Hledám kryt. Podívám. Tak, čo ono zdeš? Podívám se, co tam je. Nepřítel. Zaujímám pozici. Vaše rozkazy. Overím pozíciu. Poslouchle rozkazu. Hledám kryt. Nebude to čekat, pane. Vidím nepřítele. Měním pozici. Podívám se, pane. Ano. Podívám se, co tam je. Je z četvěro, da? Připravenější už nebudu. Tohle by ho mělo odlákat. Kaže, co ještě to viděl? Ano, pane. Hezky opatrně. Rozumím. Podívám se, co tam je. Ano. Postarám se o to, podívám pane. Se. Pane. Vaše rozkazy, pane? Hledám kryt. Dle rozkazu. Poslouchám, pane? Já se o to postarám. Ano, pane. Čekám na rozumím. Postarám se o to. Už jdu. Nebude to čekat. Hned tam budu. Ano, pane. Připraven, pane. Ano. Přede mnou se neschováš, hochu. Upravuju mířidlo. Ne. Přede mnou se neschováš. Rovný nebe, smrť našla na Zemi. Grusno. Ale my budeme moct cestou do Vladivostoku. Budeme stát spokojně na poti k Vladivostoku. To je lepší možnost. Ano. Zaujímám pozici. Tak se podíváme, co tam je. Ano. Seberu všechno, co najdu.
Rozkazy? Přesně tak. Čekám na rozkazy, jasná věc. Vaše rozkazy, pane? Tak já to vypáčím. Co se děje? Hledám kryt! Připrav, pojď na rozkazu. Ano. Hledám kryt! Povíc jsem na cestě. Jako by se stalo. Tak, zdiš to prvo, čo to ještě. Nimi to. Čekám. Podíváme se, co je uvnitř. Ano. Jak poroučíte, pane? Podíváme se, co je uvnitř. Ano, pane. Jsem připravena. Už jdu. Ключ. Našla jsem klíč. Так, здесь надо защиту выставить. Потрясу вам сам. Ано? Самозрение. Почувам. Крием са. Připravení, moudrá volba. Palivové nádrže jsou v jednom. Отлично, топливо захвачено. К сожалению, это еще надо это еще полдела. Теперь нужно удержать оборону, отбить атаку красных. Zaujímám pozici. Moudrá volba. Poslouchám. Co se děje? Vidím nepřítele. Připravenější už nebudu. Hledám kryt. Vaše rozkaz, kryjem sa. Poslouchám, pane. Rozumím.
dle rozkazu. Poslouchám. Ano? Přede mnou si... Připraven, pane! Mám ho. Vypadá to, že... Ano? Jste... Jdu do krytu. Hledám kryt. Hledám kryt. Vaše rozkazy, pane? Připravenější už... Samozřejmě! Podívám se, co tam vidím je. Vidím nepřítele. Ano, pane. Zaujímám pozici. No tak, вот, ребята. Podívám se. Хорошо, что арта есть. Rozumím. Soudruzi, ustupte. Братцы, отходим. Пусть подавят с этим топливом. Мы тут долго не протянем. Máme to palivo. Топливо в наших руках. Для красных это означает нелетная погода. Для нас комфортную поездку до Владивостока. Не знаю, как все остальные, а лично я мечтаю рухнуть на койку в теплой вагоне. Скорее его же. Двигаем. Прекрасно выполнили свое задание. Podívám se. Postarám se o to, pane. Podívám se, co tam je. Už jdu. Когда ваши солдаты начинают обыскивать здание аэродрома, в одном из ангаров их ждет сюрприз. За несколько бочками с тлеющими углями они находят ваших пилотов. Один из них сразу же узнает ваш солдат и бежит к вам. Все остальные летчики, похоже, слишком устали, чтобы радоваться. Глазам не верю. Вы, наверное, с нашего последнего эшелона, того, который задает жару красным. Они о вас говорили. Солдаты... Предлагают пилотам свои пайки. Перекусив, узнав, что держащие их в плену красноармейцы мертвы, летчики постепенно оживляются. Мы знаем, что вы атаковали аэродром не для того, чтобы нас спасти, а чтобы помешать красным атаковать вас с воздуха, когда мы будем штурмовать Владивосток. Мы хотим отправиться с вами, но давайте обратим ситуацию себе на пользу. Мы останемся тут и постараемся оказать вам поддержку, когда бой начнется. Спасибо, братья. До встречи. В Владивостоке. Надеюсь, с тех пор мы продержимся. До тех пор, да. Удачи и дороги. Ваши солдаты прочесывают окрестность, чтобы убедиться, что тут нет патрулей. И оставляют пилотов на аэродроме ждать скорого воссоединения. Отлично. Это радость. Это кайфово. Да. Будем двигаться дальше. Здесь осталось... Половина пути до Харбин. Вот, поэтому Харбины ждут нас. Кто-то у нас есть из Харбин. Харбин, да-да-да. Кто-то живет там, я помню. Поэтому двигаемся туда. Увидимся в следующей серии. На этом все, хорошего настроения, всем ребята. Всем пока-пока.